Во-первых, природа, свежий воздух, все у нас. Живем хорошо, это честное слово. Хорошая семья, хорошие люди в деревне очень. Вы знаете, у нас очень порядочные люди. Мы так вот все оставляем, и мы знаем, что это все будет в порядке, понимаете? Такие дела. И Барсик внимательно слушает, как вы даете нам интервью. Да? Бендер, Барсик. Это мой сад. Бендер, Барсик. Ну, только клубника вот так осталась, а так это все, это самое, уже посеяли чеснок, все зимовое, а так это здесь тоже грядки, парнит, а там поле картошку садим, вот. Что лучше растет, картошка или клубника? Ой, вы знаете, год на год не приходится, конечно. В этом году картошка была хорошая, но клубника немножко влаги не хватило, потому что лето было такое засушливое, конечно. Когда в доме тепло, там потрескивает огонь, за окном дождь, вы знаете, так вот это так очень хорошо. Заходите. Барсик, Тобик, Тобик. Ну, отдыхай, горите. Хорошо. Такая погода, дождь, видите, опять пошел. Ну, это хорошо, дождь пускай идет, правда? Да, потому что влаги вообще не было в этом году, так поэтому да, пускай да, дождь. Да. Дождь пускай идет. Ну, а то сегодня нарезала, порубку протопила. И вон насушила. Кто есть будет? Носку забираю. Любить. И сама водичку да попью. Уже все, бульбу выкопала. Поросеночка забила, выжила, сын приезжал. Ну, теперь ничего, куры одни и собаки. Добро, что телевизор это хоть. Больше не бачить, али все равно глядим. Я ему денег послала. Аль, ты плохо выглядишь. Что происходит? Ты от меня ничего не скрываешь, дочка? Я на работу опаздываю. Я тебя завтра заберу, не скучай. Ну, я сам, можно сказать, местный, где, поэтому в соседней деревне родился, рос и так далее. И заметив, чем земли победней, тем люди более трудолюбные.
Работа, конечно, тяжелая. Ну, вы знаете, когда животное вам отдает то, что вы от него хотите, оно того стоит. А сколько у вас первая дойка? Во сколько вы встаете? Очень рано. Первая дойка начинается в 3:30 утра. А встаем мы где-то, ну, в 2:30. Тяжелый график, ну, работать нужно. Бысь. Здорово, Алла! О, подруги встретились! Так, упаковку спичек. Ну, за день я деревень 15 объезжаю. За целый день. Это сегодня 15 и завтра тоже 15. И так целую неделю. Что покупать сегодня будете? Ну, хлеб, молока. Ну, что старым более надо? Да народ сейчас все покупает. И сало, и особенно молоко, хлеб. Это самый такой ходовой товар. Без которого, если молока нету, можно даже и не ехать никуда. Мне казалось, что в деревне производят молоко. Ну нет, у нас уже сейчас бабки поставались. Нету ни коров у нас. Уще хватает, пенсию дают вовремя. Живи хочется, только что здоровья уже маловато. Ну и как здоровье бабушки? Ай, помаленьку. Ну что им пожелать, чтобы крепились, чтобы бабушки эти долго крепились, чтобы я еще радовали меня, чтобы я приезжал в деревню. И они радовались, что я приехал к ним. Вот, буслики сидят. Буслики пластмассовые. А я думала, живые. Ах, юмористка. Ходите, ходите. Дети часто к вам приезжают по девичьи? Почти каждый, летом каждый выходный. На зиму забирают, к себе езжу в город. А весной вы возвращаетесь? Да, в марте уже назад. А где вам лучше, в городе или в деревне? Конечно, сейчас уже привыкли в городе. Летом, конечно, в деревне лучше. В лес хожу, в градах паруся. Помогаю детям. Веселее. Я в городе лежу. Квартиры еще. Унылый порой. Ну, тоже есть свое прекрасное. Тот же самый первый снег. Желтая листва падающая. Ну, быть более оптимистическими. Смотреть более с оптимизмом на эту жизнь. Жить еще очень долго, что за каждой зимой, осенью наступает, все равно наступает весна, лето, когда все начинает распускаться, расцветать. И холодный дождь нам не помеха. Не помеха.